Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Для нашего кардигана, для начала давайте разберемся с нитками. Начала вязать, поэтому сейчас только объясняю. Вот такие у меня нитки были. Большой-большой такой моток 900 граммов. Все вот это все, что осталось, там может быть 50 граммов останется. То есть рассчитывайте 800-900 граммов ниток. Спицы, вот тоже начатая деталь. Я вам все буду показывать в мини-версии, чтобы все было видно и понятно. Поэтому вот так вот у меня здесь заготовочки. Сейчас мини-версию я буду вязать вам и показывать. Так, 900 грамм ниточек. Спицы вот здесь рекомендованные 3-3,5 миллиметра. Вот так вот у меня есть 3 миллиметра спицы. И метраж 2376 метров 900 граммов. Я буду вязать спицами толще и с вот такой вот пряжей, мини-версию, как я сказала, чтобы вам было все понятно. Основной узор, вот он наш основной узор, узор соты. Набираем на спицы, я беру и потолще спицы, чтобы видно было хорошо. Четное количество петель. Так, 20 петель. Первый ряд, девчонки, узора соты. Первую кромочную снимаем, первая петля, делаем накид и снимаем петлю, то есть первую петлю снимаем с накидом. Далее провязываем лицевую, одну лицевую, накид и снятая петля, одна лицевая, накид и снятая петля, и так до конца ряда. Последняя петля изнаночная. Первый ряд, он не входит в наш узор. Это базовый, первый просто ряд. Так, и теперь основной лицевой ряд. Он у нас с изнаночной стороны. Вот, изнаночная петля, которая первую петлю с накидом снимаем. Здесь петлю с накидом провязываем лицевой. Одну с накидом снимаем. Лицевую, накид провязываем, снимаем, провязываем, и так до конца ряда. Второй ряд узора, первый ряд мы не считаем, снимаем кромочную петлю, провязываем 2 лицевые, 1 и 2, накид, наш накид перекидываем, просто не провязываем, 1 лицевая, 2 лицевая, накид перекидываем, 1 лицевая, 2 лицевая, накид перекидываем, и так вяжем до конца ряда кромочную, изнаночную. Третий ряд, изнаночная сторона узора, вот наш накид и петля, их провязываем вместе, изнаночную с накидом снимаем, одеваем, снимаем, лицевой вместе, петля и накид, плюс накидом снимаем вместе, и так до конца ряда. Кромочная, изнаночная, лицевой ряд, 1 лицевая, накид перебрасываем, 2 лицевые, накид перебрасываем, 2 лицевые, накид перебрасываем, и так до конца ряда. Следующий ряд изнаночный, кромочную снимаем, изнаночную снимаем с накидом, следующую петлю с накидом провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, и так чередуем. Весь раппорт наш состоит из 4 рядов. Первый ряд у нас не считается, он базовый, считаем со 2 ряда. Теперь 2 лицевые снимаем и так далее продолжаем. Теперь вяжем таким вот узором, вот у нас начинает вырисовываться узор, продолжаем наше вязание. Узор у нас выглядит вот такая вот сеточка с лицевой стороны, и вот так вот он выглядит с изнаночной стороны. Я не... Вот этим узором мы вяжем вот такую вот основную деталь. В развернутом виде она имеет форму прямоугольника 70 сантиметров,
на 110 сантиметров. То есть вязание мы начинаем отсюда, набираем 100 петель и вяжем узором соты 110 сантиметров. 100 петель — это у меня 70 сантиметров. Вот такая вот деталь получается. Вот связала я образец. Вот если смотреть визуально, представить себе, что мы вяжем большой, вот здесь вот у нас 110 сантиметров, вот оно. И здесь вот 70 сантиметров. Просто у меня в мини-варианте. Как мы это складываем? Вот такой вот прямоугольник у нас получается. Складываем мы вот так вот напополам и сшиваем. Вот здесь вот. Вот здесь вот кусочек 20 сантиметров, 15 сантиметров оставляем открытыми. И с этой стороны точно так же. 20 сшиваем, 15 оставляем свободными. То есть вот это у нас отверстие. Здесь у нас сложено пополам. 15 сантиметров, а вот это 20. 20 сантиметров. Здесь 15 сантиметров. Если посмотреть на основную деталь, вот они наши 20 сантиметров, а вот они наши 15 сантиметров с дырочкой. Так, и я сейчас сошью мой мини-вариант. Вот оно, видите, наши дырочки. Здесь вот сшито. Теперь что мы делаем? Вот смотрите, мы раскладываем вот таким вот образом, как на схеме показано. Вот наш рукавчик, вход рукав, наша спинка получается. И сейчас мы будем это все дело доделывать. Мне нужно два маркера на данном этапе. Маркером я обозначаю момент сгиба здесь и здесь. Вот так вот. И набираю петли. Вот между этими маркерами я набираю петелечки. Так, маркеры снимаю. У меня 20. Старайтесь сделать так, чтобы число петель было кратное 5. Теперь переходим на вязание резинки. Первую петлю снимаем. Вяжем 3 изнаночные и 2 лицевые. То есть резинка у нас 3 на 2. 3 изнаночные, 2 лицевые. 3 изнаночные. 2 лицевые. И так до конца ряда. Если у вас будет число петель кратное 5, у вас все прекрасно получится. Последние 3 изнаночные и кромочная изнаночная. Далее продолжаем вязание по узору. Вот так вот, вот эту резиночку мы вяжем. В лицевом ряду у нас будет после кромочной 3 лицевые и 2 изнаночные. Вот таким вот образом это выглядит резиночка. Вот здесь вот я связала на основной детали. Померяю сколько. 10 сантиметров. Дорисуем здесь. Вот она эта резинка. 10 сантиметров. И закрываем вот таким вот образом. По узору. То есть где у нас лицевые петли, мы закрываем лицевыми петлями. 2 3. Где изнаночные? Изнаночными. 1 2. И так далее. Так, теперь мы будем вязать планку для нашего кардигана. Планка у нас длинная. Вот она у меня готова. Связана она точно так же узором резинкой 3 на 2, как и вот эта вот. Длина ее 2 метра. И ширина. Ширина в свободном, спокойном состоянии 40 сантиметров.
Здесь у нас 40 сантиметров. Набираем здесь 122 петли. Набираем здесь 122 петли и вяжем резинкой 3 на 2. Число петель у нас кратное 5 плюс 2. Первую петлю петли распределяем таким вот образом: 1 изнаночная, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная в конце. То есть 3 лицевые, 2 изнаночные — это наш раппорт. И продолжаем вязать нашу планку 2 метра. Так, вот она наша вот эта деталька, импровизированная версия. Теперь делаем распределение. Сгибаем пополам эту детальку. Соответственно, у нас это будет там по метру с каждой стороны. Я просто делаю в мини-версии. И теперь от вот этих швов, видите, здесь и здесь шов, я складываю и тоже определяю половинку. Середину, вернее. Вот. Совмещаю эти две серединки. Вот они. И теперь пришиваю планку, распределяя ее. Я сошью большими стежками, чтобы просто, чтобы вам было визуально понятно. Начинаем вот от резинки нашей. И передвигаемся к шейке. Здесь будем равномерно. Вот так вот будет и в реальном, как бы, кардиганчике. Немного здесь надо будет равномерно распределить. Все там потом по итогу садится очень хорошо, если соблюдать все пропорции и вот эту схему. Если детали будут как в этой схеме, все садится прекрасно. Видите, здесь вот надо. Нам нужно просто равномерненько это все дело распределить по вот этой планке. Еще лучше, если вы наметаете иглой широкими стежками, а потом будете сшивать. Вам будет намного проще. Здесь тоже распределяем равномерно. И пришиваем. Конечно, в большом это я все делаю быстро, потому что это мини-вариант. В большом варианте это делается немного подольше. Но ничего, это стоит того. Кардиган потом стоит того, чтобы с ним повозиться. Вот и заканчиваем. Мы начали мы здесь. И заканчиваем вот здесь вот. Все. Вот оно наша планка, видите? В лицевой стороне выглядит вот так. Параллельно я вам показываю фотки, как это выглядит натуральную величину. И осталось нам манжеты. Манжет я вам уже покажу на большом изделии. Последний наш элемент — это манжет. Набираю я 62 петли. Резинка 3 на 3 узор. 3 лицевые, 3 изнаночные. Видите, она одинакова с обеих сторон. И в длину вяжу до 30 сантиметров. В зависимости от вашего размера. Если у вас большой размер, свяжите подлиннее манжетик. Если маленький, то свяжите покороче. Длиной манжета можно регулировать длину рукава. Теперь я сшиваю этот манжетик. Складываю пополам и вот здесь вот сшиваю. Сшила я этот манжетик и пришиваю в эту дырочку от рукава, которую мы оставляли, 15 сантиметров. Вот она, эта дырочка, видите, где мы делали шов. И в дырку я просто пришью на лицевую сторону. С
совмещаю швы и пришиваю. Равномерно распределяю манжет и пришиваю.